Лошадка не хочет купаться. Водичка холодная. Ну как упирается. Там они же погрузили, нет? Нет. Первый пошел. Чего первый пошел? А, не грузят. Блин, надеюсь, они там догадаются, мой ложить зеркалом куда-нибудь в безопасное место. Зеркалом в безопасное место. Мой. Просто обычно все ложат, чтобы переклюк не сломать, а у меня на переклюк там железка стоит специально, чтобы его можно было кидать на правый борт. А слева у меня зеркало. Мне кажется, она не догадается, потому что ты все в зеркало переклюк. Лошадка возмущена.
Не мое. Погрузили все-таки лошадку. Это он на ней? Не, там мужик справа никак не может за это, а слева там дети на лошадке. На матрасе. Я не матрас. Ну, он в лошади. Вряд ли она за головой туда уйдет. Не, она где-то по шее туда. Мой еще не грузили. Что? Не грузится? Говорю, мой еще не грузили. Ты так прям сидели? Да. Сейчас скажут, ловите обратно. Ничего не видно. Да не, они, наверное, просто думают, как это сделать за два захода, чтобы третий раз не плыть. Они, видишь, хотели лоб качать, но это решили, что не стоит. Тоже отпускать. Я не видел, чтобы они накачивали. Нет, они вчера накачали. Ну да, да. Но Макс сейчас хотел подкачать, я что-то не видел, чтобы он качал. Там все дороги нижнего велосипеда будут лежать в воде. Ну это фигня. Так, кажется, они готовы. Готовы? Ну почти. Сейчас они там мелочь какую-то закидывают, типа спальников. Этих самых, то есть как их пенок. Сейчас он там на лодочке. А ты был когда мы с Крылом на кого-то ездили недавно? Нет, наверное. Когда нас действительно заставили переходить вброд Тверцу, там такое течение в этом году, просто адское. Когда это будет? Когда жара еще будет, дожди. Тут последний день, это день. Я просто помню, что никто купаться не хотел, я думала, купились и Тверцу, я думала, он найдет место, где она сама мелкая. Ну, подожди, так мы же это самое в райок ходили тогда, нет? Нет, это мы в Торжок. Потом. Потому что мы просто переходили в этот брод.
Ну что, вот у них сейчас проверка устойчивости на этих волнах. Да нет, на волнах уже нет. Мы на матрасе на обычном возили, ничего не привозили. Матрас, наверное, по площади ширше. А? Матрас по площади шире. Не, может быть длиннее. Но это так мешало. Главное, это бокал. Так, ну ты сейчас... Что они там плывут? Вроде плывут. Так, чьи-то ботиночки сейчас замочат? Слушай, может передвинешь? Ну, Олеся, нам уже ничего не страшно. Лучше бы их, конечно, на солнышко положить. Так, а кто поплыл-то? Один, собственно? Нет, их там двое. Макс и Олеся. А-а-а. Они, короче, ее толкают. Нихуя. Я не знаю, правда, насколько Олеся там толкает. Олеся, наверное, держится. Что-то комар не встает. Они хоть весом-то взяли? Не знаю. Да, слушай, далеко они. Я тут смотрю, они так близко, я думал, они уже приплыли. Там Ваня, я вижу, велик. Что там, сколько их? Четыре? Четыре вроде, да. Так, там Максов. Желтенький, это чей у нас? Олеся, наверное, раненый. А, желтый. Возможно. Так, мой. И красный куб. Нет, он остался на берегу еще. Мне кажется, куб-то они в любом случае, наверное, находят. Один Комаровский, другой кубок, скажи, сверху. Говорю, один Комаровский сверху положит, другой кубок. И другой есть. Ну, полкник, я вообще не обидела. Кто куб? Ну, он типа матовый. За счет этого. Так, похоже, кто-то у них что-то потерялось. За ними что-то плывет. Что-то красное. Реально что-то плывет.
Повязка может валить. Скорее всего, да. Сейчас она поплывет, ладно. Ну, блин, ее течением уносит, фиг она там поплывет. И, кстати, тоже течением сносит. Или это они специально так плывут? Так они специально не сказали, куда плывут. Ну, нам прям плыть хочу. Тень куда-то, да? Да. Если я смотрю, вот так, да? Ha ha ha!